Люцерна. Культура, способная во многом решить проблему кормового белка в животноводстве. Белка в люцерновом сене до 20%. Много углеводов, витаминов. Люцерна – прекрасный зеленый корм. Из нее готовят сенаж, гранулы, травяную муку. Специалисты прямо говорят, что расширение посевов люцерны – это ключ к повышению надоев молока, увеличению производства мяса. Так почему же не везде этим ключом пользуются? Не хватает пока семян. Даже на юге их обычно получают всего 1,5-2 центнера с гектара. А в средней полосе семена и вызревают раз в 5-6 лет. И вот опыт молдавского объединения «Селекция». Его коллективу удалось повысить урожайность люцерны. Не за счет выведения нового сорта. Это путь заведомо долгий. Здесь решили сначала проверить в условиях Молдавии сорта существующие. Проверяли в разных севооборотах, при различной технологии возделывания. И не зря. Лучшим оказался, например, сорт «Межотнинская». Попутно отработали и агротехнику. Хорошие предшественники – зерновые культуры. Подготовка почвы – самая тщательная. Семена люцерны заделывают в почву всего на 1,5-2 сантиметра. Такой точности на неровном поле не добьешься. И чтобы избежать снижения урожая, почву после вспашки обязательно надо прикатывать. Труда, удобрений жалеть не стоит. Ведь раз посеяв, хороший урожай семян собирают 2-3 года подряд. И вот что важно помнить. При выращивании люцерны на зеленую массу семян берут до 20 килограммов на гектар. А при выращивании на семена лучше расходовать не больше 3 килограммов. Просторнее растениям, больше будет бобов. Поэтому надо применять посевы широкорядные, регулировать технику на высев малыми дозами. В опылении люцерны важную роль играют насекомые. Но из-за некоторых особенностей ее цветков домашние пчелы посещают люцерну неохотно. Другое дело – дикие пчелы и шмели. Поэтому посевы люцерны желательно располагать у лесных полос или нераспаханных участков, где устраивают свои норки эти насекомые. Важно выбрать лучший срок уборки. Ее следует начинать, когда побуреют примерно 3/4 бобов. Чтобы уменьшить при уборке потери семян, проводят диссекацию, искусственное высушивание листьев. При этом равномернее созревают бобы. После такой обработки ведут прямое комбайнирование. Если возможности для проведения диссекации нет, убирать приходится раздельно. Скашивать люцерну в волки и по мере дозревания бобов ввести обмолот. Правда, некоторая часть семян при этом теряется. Подбор наиболее подходящих сортов, рациональная технология выращивания люцерны позволяют получать в условиях Молдавии по 4-5 центнеров семян с гектара. Это в 2-3 раза больше обычного. Опыт молдавских ученых поможет значительно расширить посевы ценной кормовой культуры.